Второй многоцелевой буксир проекта «Портфлот» направляется в Мурманск. Ночью 28 мая судно «Тамбей» покинуло порт Новороссийска. Прибытие буксира в столицу Заполярья ожидается 20 июня. «Тамбей» уже второй буксир, построенный судостроительной компанией «Краншип» по заказу «Атомфлота» для работы в порту Сабетта. Проведя ходовые испытания в Черном море, судостроители сдали судно в эксплуатацию на трое суток раньше контрактного срока. Переход «Тамбея» из Новороссийска в Мурманск займет около 23 суток. В порту заполярной столицы экипаж пополнит запасы и отправит в Сабетту. Таким образом, в соответствии с контрактом, два буксира «Атомфлота» начнут работу у берегов Ямала не позднее 1 июля. Кстати, аналог «Тамбея» буксир «Пур» уже провел первые швартовые операции в Сабетте.